Всем привет! С вами Виталик, Вумбокс. Кто там еще? Ну, в общем, с вами я, владелец канала, игровой канал Бимбикс. Или как он? А, просто Вумбокс теперь, точно. Короче, 9-я серия Vampire The Masquerade Bloodlines. В целом, игра очень сильно вкатывает, но, видите, играть мне постоянно у меня нет возможности. Потому что порой я там играю в другие игры, занят и вся хуйня. Так, мы с Хелен тут нас остановились на чем? Я в даунтауне сейчас. Угу. Азиатский вампир. Голливудский мотель. Пока нельзя сделать. Короче, ясно. Отправляемся в особняк тогда, чё теперь? У. Патрон 12 калибра. А чё по деньгам? А, есть топор у меня, оружие. Ну, патроны так-то есть. А дуреть даже в каком-то нормальном более-менее количестве. Вон, на глок-то вообще много всего. Ладно, Хелен, давай, до скорого. Надо переодеться. Переодеть одежду. Потому что класс брони дополнительный. За счет одежды. И поехали вниз. Ребята, я только проснулся, если честно. То есть, ну, вот так вот. Так что буду тупить. Ну, я, в принципе, всегда туплю, вы знаете. Кто смотрит это прохождение, но... Это просто так, предупреждение. Да помню, как Стив говорит, о, блядь, говорит, ты тупишь, Буля. На самом деле приятно, что подмечают такие вещи. И что-то кто-то смотрит. Спасибо, ребята. Спасибо тем, кто будет это смотреть. Я рад, что не только для себя, считай, стараюсь. Не только для себя, как-то, знаете, достижения делаю, а еще и остальные люди смотрят. Поэтому, ну, это в целом бомбически. Возможно, Степан будет смотреть прохождение. Степану сразу привет. Еще раз. А тут вот что такое? Тут ничего, да? Сюда я тоже попаду, думаю. Ладно, поехали, таксишку. Можно выпить, типа, смотри. Вот он зря в переулок заходит, потому что я сейчас его попью. Если тут... Не, тут... Тут видно. Хотя не, можно было. Ну ладно. Что-то ждать кого-то, караулить в переулках, да ну... Да, в игре много возможностей реально, вот пойти выпить кровушки, вообще дофига возможностей. А что, кстати, толстяк? Вот, я хочу к толстяку пока зайти. Чё он мне еще может дать? Только патроны, магнитолы, эти книжки я не читаю, не умею читать. 10 миллиметров патроны, короче, нормально. У него тут много всего. 10 миллиметровая обойма, 10 миллиметровые патроны. Для Брэдака. Ну, это вот 30 патрон. 18 здесь. 12 калибр. 38 калибр. Ну, это все такое. Поехали в особняк. Что теперь? Санта-Моника, Даунтон, Грут Мэншн. Давай. Ух ты. О, Найлз. Хуй, Найнс выходит. Взяли Найнса Родригеса у входа в особняк Граута. Родригес явно был не в духе. Давай пока просто прогуляемся. Найнс, что он тут делает? Там ли грустно реально, что я вот превращение вкачал, и типа у остальных способностей оно тут улучшается просто, а у остальных, ну, допустим, вот эта же способность анимализма, оно, например, не улучшается, а дается новая способность. То есть это круто. Я типа вот, ну, превращение с когтями, это, конечно, интересно, но оно мне теперь руинит, потому что нельзя взять оружие. То есть, ну, это была реально явная ошибка. Так вот раскачиваться.
Ладно, давай внутрь, что теперь? Подожди, там что-то было. Пойдем проверим. Там что-то было. А, уже закрыто, уже не проверить. Оу. Привет. Ну, типа, дают похавать, значит, поем. Что с ней такое? Каких-то масках бегают. Нож. Бля, ну повеселимся, значит, что теперь? На тебе, сука. Ну, боевая зона, могу пить их, курить. Все, что хочу, то делаю. Как говорится. Ну, я бы какой-нибудь сейчас бы попил. Блин, что за психи? Он совсем ебанулся. Так это что же вампир, кстати? Как я его пью, вопросы? Тоже какая-то срань. Если честно. О. Внимательность формирует разум и правит временем. Однако время разрушительно действует на человеческую внимательность и деформирует разум. Разум капризен, он оказывает различные эффекты на внимательность и время. Лишь в гармонии можно продвинуться дальше. Ок. Ага. Интересно, это только этот рычаг делал или что? Вы решили загадку грамота. Ладно. Вообще вопросы какие? Решил? Да, я. Да, я решил загадку. Охуеть. А А как? Я, ну, ребят, если что, я не смотрел никаких гайдов, это просто, ну, сугубо рандомная возможность. Я просто взял, ну, гений зачастую отвергнуты обществом, начнем с этого. Так что, ну, я считаю, что я гений. Ну-ка, давай, давай. Че, он ее сожрал? Все, фул? Ебать. Бомба так-то, имба, если честно. Ну-ка, давай-ка вот так. Так сделаем. То есть он просто съедает вообще в легкую. Бля, ебать, он урона вносит, вы видели? Че-то призрачный волк, на самом деле, отличное приобретение, как мне кажется. То есть я могу сделать вот так. И, в принципе, мне похуй. То есть, ну, призрачный волк просто их захавал. Фул. Мне нихуя для этого не пришлось делать. Я вернусь сюда за ножами. Мой внутренний еврей не даст мне просто оставить это все здесь. Почему у меня макс хп, кстати, до конца не регенится? Вот видите? Эти звуки, конечно, когда кормишься. Я на них раньше времени не обращал, ну, внимания не обращал, но как-то сейчас прям вот эти... Вот эта хуйня. Противно. Закрыто все. Проход только наверх, да? Закрыто. Закрыто. Причем, смотрите, замки как закрытые. Ага. Угу. Ага. Чё-то где-то я открыл. Отлично. А. Угу. Бум. А в чём, извините меня, суть?
Они не атакуют меня? Это какой-то баг или что? То есть, ну, вообще... Им похуй на меня. А, о, мне похуй стало, смотри. Ух ты. Какие, как мы рассвирепели-то. Надо все-таки вкачать оружие, на самом деле, потому что что-то мой персонаж совсем хуевенько махает. 12. 12 на холодное оружие, на пул. Прокачаться. О. My subjects grow restless without proper supervision, but I cannot pull myself back from this black depression. How many nights I've wasted now, gazing from the tower walk, pondering the frailty of existence. Mm-hmm. Какие философские мысли? Прям даже, я бы сказал, философ с нами сидит. Прям рассказывает, что так вот, потратил много времени. Я надеюсь, я правда смогу забрать все эти ножи. И купить патроны на них. О, наконец-то драка. Ну, здорово. Блять. Больно так-то. Без стойкости с ними больно сражаться, честно. То есть, прям, я бы даже сказал, болезненно. Закрыто. Опять какой-то канделябр надо повернуть. Или здесь открыто? Здесь открыто. Ага. Поздравляю, мы вернулись, мы сделали круг и вернулись назад. Здесь тоже открыто, и это возвращение назад, да? Угу. Угу. Но. Ок, я поем. Спасибо, очень вкусно. О, нихуя себе, смотри. Так там внутри такая же комната. Не, старикашка, тебе меня не провести. After decades of solitary study into this affliction, I have learned that it is by no means mine alone. Indeed, the city is home to an entire society of similarly afflicted individuals with whom I've only recently made contact. They are an understandably standoffish sort by and large, but I have been able to confirm with them that the condition is indeed vampirism, which apparently comes in a multitude of strains, each with a spectacular set of symptoms such as invisibility and even a sort of lycanthropy. Through numerous official interactions with the governing body of this secret society, I have concluded that their fundamental understanding of the vampiric condition is woefully lacking and mired in suspicion and pseudo-religious dogma that would make a Turk balk for its strictures. Indeed, they seemed impressed with my studies and the eloquence with which I was able to present them. Apparently, the typical sufferer of my particular strain of vampirism is far from the vanguard of the King's English. So impressed were they that they even offered me an office in their government, a rather high office by the sound of things. I believe I shall accept. If nothing else, it should provide a lofty vantage point from which to observe the breadth and epidemiology of the affliction, so that I may move more expeditiously toward a cure. Бля, во упырь.
Болезненная мразота. Я говорил, оно открывается. Хаос, подобно разуму, можно постичь лишь посредством научного процесса. Порядок, однако, ничем не хуже внимательности. Время — тот ключ, что связывает и то, и другое, и свидетельствует об их приливах и отливах. Ок. I have accepted the role of Primogen for clan Malkavian, the dreadfully winsome label applied to the particular strain of vampirism I suffer. So named for some supposed vampire father figure of old. More poppycock grown from a backward culture that seems interminably drawn to children's tales and the fiction of Victorian romance when it should concern itself with the science behind their suffering. For I have taken this office for no greater reason than to advance my research. I must make mention, however, that even among my would-be peers in this governing body of vampires, the level of paranoia and superstition is frightening. Their intelligence is not the question, oh, indeed. As they courted me for this appointment, I had to suspect that their overtures were hand-tailored to what must be my obvious infatuation with reason, for the devil would do well to have such honey-tongued tempters. Even so, I could not help but notice the dressing of language these vampires chose for their siren song. Whether it is born of habit, from addressing their unwashed, ill-educated subjects, or from their own deep-seated beliefs, their linguistic flourishes belie a faith in superstition over the providence of empirical reason that must be an all-pervasive theme in this society of darkest night. Damn it all, now I'm doing it too. Не, на самом деле очень приятно слушать этого Граута. Он прям... говорить такие все вещи умные, заумные, полоумные, я бы даже сказал, но слушать интересно. Потому что вампиры на самом деле те еще приколисты. Ну, блять, такова судьба. А, подожди. Да ну. О, да, и тут игра преподносит то, что последнее автосохранение было хуй пойми когда. Грустно и невкусно. Ладно, я понял. Короче, я дошел до того же момента, где я в прошлый раз обосрался, так что, ну, поехали дальше. Ну, обосрался и обосрался, ребята. Ну, бывает, что могу сказать. Не хочу тратить ваше личное время на то, чтобы вы смотрели одно и то же, поэтому... Я думал перезаписать вообще полностью все, но понял, что тогда мы, типа, проебем сюжет, разговоры там, а это все-таки тоже часть игры важная. То есть, ну, так что вот. Так, ну, здорово. В электричество не прыгать. Блять, ну вас настигла окончательная смерть. Хорошо, в этот раз... Ладно. Что же я должен сделать, чтобы пройти здесь? Погасить свет? Вырубить пробки? Что я должен сделать? Я посчитал, что можно снять эту хуйню. Катушки, чтобы электричество не шло, но нет. Вон рычаги, надо как-то пройти мимо этой хуйни. Ну вот, тебя настигает окончательная смерть, если ты решаешь пройти. Может быть, можно наебнуть свет? Во. Не, электричество все равно хуячит. А что же тогда? Давай, допустим... А, ага. Вот мы типа одну вырубили. Клык Траула.
Это крупный клык мог принадлежать лишь кровожадному хищнику. Он становится легче, примется, что теперь одним меньше, уменьшает вероятность спасть в состоянии безумия. Норм. Неплохо. Уменьшает впасть в состояние безумия. Ну, неплохо. Тема. Так, окончательно все выключить надо. Блять. Не там прошел. Ладно. Ну, давай, здесь рычаг. Первый мы убрали. Клык забрали. Угу. Осталось две хуйности. Этот рычаг нихуя не делает? Ну ладно, блядь. Блядь, ну, кто бы мог подумать, что меня разъебет. Ну подожди, вот здесь нельзя пройти? Можно. Нельзя. Ладно. Подожди, там можно немного пройти, но потом нельзя. Ага. Ага, надо дождаться тайминга какого-то. Да пиздец. Лос-Анджелес, Малкавиан 2 написано. Ок. Бля, ну это какая-то загадка, типа, я должен выключить как-то. Да хуй, нет никакой загадки. Ну, типа, оно не... А, есть. Ладно, блядь. Вообще даже спрашивать не буду. Ну, ребят, у меня просто, знаете, вот этот вот перк в Fallout 4 был, когда на... вместо от меньшего количества интеллекта, короче, больше опыта тебе дает. Вот Савант, вот, да, вы альтернативно одаренные. Вот это про меня, судя по всему, ну... Я не вижу закономерности, я просто жму на кнопочки, и все срабатывает. Подожди, а что у меня он открыл? Выход на улицу? Не, нихуя. Что он мне там открыл-то? Какие-то громадные двери. Вот здесь вроде. Вот эти, да. Так, давай сохранимся заранее еще. Стоит. Ну, упыря сразу нахуй. Упыри, потому что пиздец какие неприятные. А тебя мы съедим. Вкусно. Ам-ням-ням. Это люди, как я понимаю, все-таки. Вот там есть упыри и люди, но все равно могу и упырей всосать. Вот так вот. Потому что я, видимо, неуравновешенный. На самом деле, волк такая имба. Вот он просто шотит их, и все. То есть, а требует маны всего чуть-чуть. Ну, крови, извините меня. Требует чуть-чуть. А вы одного противника 100% выносит. Ключ от лабораторного холодильника. Ок. И что там лежит в этом лабораторном холодильнике? А? Я ж тебя ёбнул. Давай-ка спать. О! Beyond what I could gather from simple conversation, these voices seem to echo from deep within my fellow vampires.
illness, and I cannot be certain if this symptom belongs to my strain of illness or theirs. The voices are various and inconsistent. I dare not mention this symptom to my vampiric peers, for they have proven themselves. Ну и правильно, правильно. To whom I could be loath to reveal any sign of weakness. Indeed, these voices have counseled me against confessing their presence, and until I can confirm their source, I will listen. The information the voices have given me ranges from curious to frightening. The latter case is especially true of one powerful vampire whose name I shall not commit to recording in the interests of self-preservation. Короче, ну потому что он был молковианом, и молковиан крышей едет. Они могут с, блядь, автобусной остановкой разговаривать. То есть, ну вот такие ребята. Нихуя ты прыгнул. Бля, вот сколько ему надо? Ну, решил пострелять, да. Короче, стрелять было ошибкой. Эту локацию так не пройдешь. Короче, неплохо еще хилки дают здесь. Короче, я понял, убедился в том, что нет смысла использовать огнестрел, потому что, ну, совсем он не дамажит. Ему без навыка все грустно.
же они летают, ужас. Короче, честно, выглядит реально какая-то тюрьма, он псих больных что ли ловил. Стоп, райтер. То, что стойкость не врубаю, это ошибка, как по мне. О, нифига себе. Тут есть потайной вход. Угу. Видимо, тут чел за всеми следил. Угу. Ну, это типа, чтобы можно было скипнуть противников. Ясно, понятно. О! Подкрепиться. Кто-то кричит мне стоп-райтер. Откуда? Где-то за стеной, походу. Коляски какие-то разбитые. Где мы вообще находимся? Я не понимаю, это особняк или что? Или психбольница? Это психбольница из Outlast, если честно. И что тут за паркур-паркур? Новое движение? Ну, hold it, хорошо. Пусть тебя тоже холдят. Еще сюжет. И баночка Морфия. Тема. Прям слышно в его голосе нервозность. Тут мне пришлось немного остановить запись, потому что меня отвлекли, там надо было маме помочь, все дела, короче, вот. И на этом серия закончилась. Как бы я тут попрощаюсь, такой типа пока-пока, вместо того, что вот до этого не попрощался. И увидимся в следующей серии, ребята.